Незапланированные каникулы продолжаются. На сегодняшний день учащиеся 6 школ города вынуждены получать знания дистанционно. Такая практика обучения действует в Губкинском не впервые, так как почти каждый год в городе вводят ограничительные мероприятия для недопущения распространения ОРВИ. Отмена занятий не является дополнительным каникулярным временем для детей. Во всех школах организовано дистанционное образование, используя ресурсы сетевого города, электронной почты, ресурсы системы Skype. Дети получают задания, педагоги их проверяют. В городе проводились организованы родительские собрания, беседы с родителями, в ходе которых родители выбирали формы, в которых им удобнее получать дистанционное образование. Более 2300 родителей выбрали ресурсы сетевого города, порядка 300 выбрали электронную почту, около 50 выбрали систему Skype. Преподаватели школ, в свою очередь, разработали подробные рекомендации и пошаговые инструкции для учеников и их родителей по использованию интернет-ресурсов в дистанционном обучении. И даже во время вынужденных каникул у школьников стоят отметки в журналах.